утро, где нас всегда поймут и поддержат. Кто знает нас лучше других? Спросим у минчан, что для них значит семья и есть ли у них семейные традиции. Мама, папа, кот. Нет. Это... У меня кота нету. У меня нет кота. Это когда тебя любят и принимают такой, как есть. О, ну, пожалуй, самая важная вещь в жизни. Семья – это то, ради чего сворачиваются горы. Походы. На пикники. У вас общая семья? Нет. Ну, в будущем будет общая. Ого, вот но мы я знали. Надеюсь. Ну, наша семья – это, наверное, самый сплоченный коллектив. Моя кровь, как говорится. Моя плоть и кровь. Семья – это как бы все. Это все, что есть в этой жизни. Как бы больше ничего нету. Самое главное – семья. За семью все. Все в дом. Все, поэтому. Вас родили, так? Вот. Вы любите своих родителей, о вас заботятся, потом вы заботитесь о родителях, потом заботитесь свою семью, как бы. Дом, дом, милый дом. Видимся, конечно, не так часто, как хотелось бы, но зато встречи более эмоционально окрашенные. Это и друзья, и родственники. Это все семья? Да. Это поддержка. Это нерушимые узы любви. О как! И с кем у вас нерушимые узы любви? Вот с этой прекрасной эльфийкой. А для вас? Вы тоже как-то... Это они. Бабушка рядышком с дедушкой. Сколько лет вместе. Что такое семья? Не убегай от меня. Не убегай! Радость бытия и времяпрепровождение. И все-все самое лучшее. А я лягу, прилягу. Растина здорова. Ну, это бесценно. Я не знаю, как это выразить словами. Тот дом, который я приду, и мне там будут всегда рады. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Это люди, ради которых я каждый день просыпаюсь и совершаю что-то новое, и стараюсь что-то делать. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда. А папа где? А реально папа где? А папа поется? Моя семья – это вся моя жизнь. Мы ездим на рыбалку. Рыбалку. И даже на зимнюю. Папа может все, что угодно. Плавать брасом, спорить басом, дрова рубить. На рук беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. На этом моя смена окончена. Берегите своих близких и до встречи на улицах Минска. Okay.